Приветствую всех на канале Мирабей. Турецкий сериал «Меня зовут Мелек» выходит на телеканале ТРТ-1. Сейчас краткий анонс и дата выхода новой четвертой серии. Мидхат намерен уменьшить наказание Керема, а Алпай решает забрать Керема, потому что он в шоке от увиденного. Мелек старается защитить своего ребенка, но Алпай подбрасывает ей новые трудности, хотя знает, что ей так нелегко. Керем пропадает. Мелек словно в ловушке жутких обстоятельств. С одной стороны разгневанный отец, а с другой пропавший сын. Напоминаю, что дата выхода четвертой серии назначена на 16 октября текущего года. С русскими субтитрами она появится на следующий день. А с русской озвучкой эту серию можно будет увидеть в сети 18 октября. Если не хотите пропустить даты выхода любимых турецких сериалов, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы узнать о новых видео первыми.